Ольге пожарные заливают водой. Если поднимется ветер, огонь может снова вспыхнуть. С воздуха пожар тушили вертолеты. Самолеты Б-200 прилетели с Дальнего Востока. Москва направила 2 Ил-76. В грузовых лайнерах емкости для воды. В каждом самолете 2 бака вместимостью 42 тонны. Тушение происходит на высоте 50 метров. После команды штурмана происходит сброс последовательно, либо последовательно двумя сбросами, либо в один залп. Вот, и 42 тонны воды сливаются в течение примерно 10 секунд. По тревоге были подняты сотрудники МЧС и военные Хакасии, Красноярского края и Кемеровской области. Всего задействовано более 5000 человек. Самая напряженная обстановка складывалась в поселке Шира. Здесь сильный запах гари, дым, ни одного уцелевшего здания. В руинах вся улица. Такое ощущение...